целях выявления и пресечения нарушений действующего законодательства Российской Федерации в области пассажирских перевозок автобусами, снижения уровня аварийности и повышения безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров, а также профилактики преступлений и правонарушений, совершенных водителями, на территории Кашхабльского района проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сегодня госавтоинспекция на территории Кашхабльского района проводится профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках данного мероприятия госавтоинспекция будет выявлять административное правонарушение при осуществлении пассажирских перевозок. Основной целью мероприятия является снижение аварийности при осуществлении пассажирских перевозок. В ходе операции автоинспекторы проверяли техническое состояние автобусов и маршрутных такси, наличие путевой документации, а также проводили профилактические беседы с водителями по мерам безопасности. В целях стабилизации дорожной обстановки и снижения числа ДТП с участием пассажирских транспортных средств госавтоинспекция обращается к водителям. Уважаемые водители, помните, что от вашей личной ответственности зависит жизнь и здоровье людей.